Вот она. Ух ты. Вот и семечко сработало у меня. Сильная рыбка. Так, по поводу второй палочки. Палочка вторая, тринеснео. Палочка никак не форелевая. Палочка шикарная, но она... Опа-на, красавица. Эта палка легко пробивает судака. Она чувствительная. Тест до 8 грамм. Но здесь вот при работе с легкими приманками больше идет тактильное, чем визуальное. Визуальный контроль. Какая красавица. Петинтерк. Такого нормального, хорошего размера опять. Оп, все, сама. Оп, сама забралась. Так. Это вот семечко. 3,5 грамма. В принципе, бресна очень тяжелая. Хорошо пробивать дальние горизонты, но проводка, соответственно, тоже получается с нижним и средних слоях. Ну, дальние, не дальние горизонты, а клюнула у меня сейчас под берегом. Ладно, сейчас надо палку-махалку настраивать, блядь, а да. Никак бомбарду не хочет. Сегодня все решил блесны поразловить. Ну а что, не, я там десяток забросил, сделал пяточек. Да, пять забросов, другую. Ну, я сейчас тоже пойду накрою палку. Давай, приходи, жду. Оп. Так, опа, поклевка. Так, помучим ее еще туда. Опа, поклевка. Вот она есть. Ну, пожалуйста, работает все. Оп. Теперь вот такая розовенькая однотонная брюсинка, двухграммовая. Вот на нее при поклевке 3-4 подряд было. Вот, валялся у меня, по-моему, ни разу даже в воде не было. Вот интересно, сегодня клюет на очень быстрой скорости проводки. Причем блесна явно не играет так, как она должна играть. Дает какие-то сбои, какие-то перевороты. И поклевки есть. Видишь, ее той скоростью, с которой она хорошо играет, поклевки отсутствуют. Перерыв, перекурываю. Ну что, пока маленький обед. На обед у меня прекрасная рагу из форели. Она есть. Вот данная розовая резинка сработала. Опа, она слетела. Вот такая розовая резиночка сработала. Хулиганка. Тоже новая резинка. Я еще ни разу не пользовался. Парили мне ее на птичке. Ну, по-настоящему парили. Никакого желания ее покупать не было. Тоже червяк, но который цепляется за голову. И у него как будто бы хвост работает. Очень интересная такая приманка. Насколько форель не среагирует, это пока непонятно.
среагировал на нее форелька. Хорошая резинка, оказывается. Так. Опа-на, есть. Дома. Крючочек маленький. Я, честно говоря, уже сейчас поставил крючок. Думаю, клюнет, не клюнет. Даже если клюнет, тихо, червя дай. То я на вас уже не напасусь сегодня. Крючочек поставил вот такой. Для такой приманки это явно маленький. Вот сама приманка. Вот крючок. Ну, для нее явно маленький. Поленился переставлять после доширака. Да еще и карабин расстегнут. Хорошее железо на карабинах. Значит, сработало. Сработала вот такая вот прибудка. Вот так она выглядит в банке. Запах сырный, ну такой, трактант неплохой. Вот, берем, отрываем. Сажается она за голову. Рыбы мне реально столько не надо, сколько я с ним поймал. Вот она. Стоячую резину. Что, ребят, выезд состоялся, что хотелось, я не сделал. Поймал я на все то, на что раньше не ловил, или на то, что раньше не ловилось. Было много сходов достаточно, но, по-моему, результат все равно шикарнейший. Столько рыбы, это, конечно, перебор. Это же ее же чистить надо. Вот такой вот результат. Результат сегодня очень неплохой. Размерчик тоже достойный. Вот